Всем привет, друзья. Так, мегауаз должен проехать там, где застрял КРАС. Что-то меня сегодня во время монтажа посетила эта мысль. Проедет он по следам КРАСа. Колеса-то такие же, ну, там чуть-чуть ободраны, ну, какие-то там пару сантиметров. Я думаю, не критично. Мост-то меньше. Вес меньше. В общем, вы поняли мою мысль. В субботу мы будем это, наверное, пробовать. С КРАЗом, конечно, экшен четкий получился. Ключи-то ты его взял, нет? Угу. Сцепление вроде работает, непонятно. Короче, что происходит. То не работало, то заработало. В общем, можно ехать. Машинка распадается, тяга замка отпала, пружина, ну уже вернули на место тоже, кто-то гонял без меня тут жестко, пружина выпала почти, ну так на ходу вроде сцепление работает, это суровый я, чтоб не ломалось видно, он... Слышь, Саня, а в мост долили, да, или что? Надо как-то поставить его. Видно, сальник не держит, вытекает с этой стороны, когда под наклоном стоит. Вот так, конечно, тойотовский мотор и патрулевские мосты – это решение одно из лучших. В общем, что, друзья, на субботу мегауаз почти готов, тормоза починили, двери восстановили. Все открывается почти. Что еще я хотел рассказать? Заводится, едет. Ну, машина серьезная. Тут вам не надо ничего рассказывать. Попробуем все-таки по траектории КРАЗа проехать. Я думаю, будет всем интересно, что может КРАЗ, что может мегауаз. А вот и суровый идет. Чинит все. Даже с других городов, видите, люди приезжают. Ну что, я полетел премьеру вам показывать, как мы КРАЗ достали. Это было круто. Кто не смотрел, кстати, заходите, посмотрите. Оффроуд жесть 80 уровня. Там действительно была жесть. Такого, честно говоря, за мои 11-12 год в оффроуде не было. Подписывайтесь, не забывайте. Включать колокольчик, будет все видно. Я так смотрю, понимаю, что контента много, все не успеваешь, но многие даже не смотрят и не видят целые сериалы. Спрашиваю, КРАЗ видели? Да нет, не видели. Ну, такое. Да, еще забыл, вот он наш горбунчик. Рихтовщик сегодня мог принять, но там заняли передо мной очередь, кто-то перехватил очередь. Ну, в понедельник сказал, вроде как можно будет загнать. И карбюраторщику звонил, он тоже с понедельника будет уже на месте и обещал помочь. В принципе, мотор хорошо работает, коробка, все без вопросов. Нужны шины, карбюраторщик и рихтовщик. Там, кстати, рихтовщик, он же и маляр, может сразу порешаем вопрос, чтобы сделать все в комплексе. Кузов действительно целый, там всем кажется почему-то, что на горбуне он уставший, но он реально целый. Рихтовщик видел, как мы рихтовали. Сейчас покажу вам танковую, это просто сказка. Это самая лучшая пора на танковой. Ну, осень тоже красиво, конечно, когда желтенькое все. Но когда вот все зеленеет, птички поют. Просто, просто бомба. Ну, поедем уже, кардан заберем. По сравнению с телефоном, там его вообще нечего искать. Он просто лежит. Просто лежит в колее. Ну, будет даже интересно, что танки с ним сделали. А может, выжил. Непонятно.
Ну а по горбунчику рихтовщик говорит, там металл то ли 2 миллиметра, то ли больше. Ну не знаю, насколько правда. Но судя по тому, как мы по нему дубасили, и он не гнулся, то может да, может 2 и быть. Говорит, что машина очень крепкая. Ну и не закончил я по поводу того, что многим кажется, что он гнилой и трухлый. Ну я тоже так думал. Внешне, в принципе, так он и выглядит. Уставший такой, обшарпанный. Но снизу, там есть видео, как мы делаем ТО перед оффроудом. И реально он целый. Мы его подняли на подъемник, а он просто, ну вообще нет. Не то что дырок, нет даже ржавчины. То есть кто-то его залил, обработал, какой-то дед, видно. Хотя, может, тогда он был не дедом. И машинка. Машинка целенькая вообще. На удивление. Целенькая и хорошая. Ну, а мы, я думаю, поедем в субботу на мега-УАЗе. На оффроуд, я уже говорил. И сможем все попробовать, как он едет, как не едет. Что, друзья, все, пока все. Подписывайтесь, делитесь, колокольчик включайте, пишите комментарии, ставьте лайки, не забывайте. Всем пока.